всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Зубы грешника сокрушил, если Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое, наполнившееся поругание, несть исцеление плоти моей, озлоблен бы их и смирился до зела, в руках от воздыхания. Божественной литургии ночью. Сейчас можно скушать освященный хлебец, который вам преподастся после елея помазания, а после уже вы ничего не вкушаете и не пьете.
грешных помиловать и нас воскресил. Тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещут бездны, тебе работают источницы. Ты простерлась и небо, и похоже, ты утвердилась и в землю на вода. Нас исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяние. Естества нашего рода освободилась, девственную осветилась утробу Рождеством Твоим. Вся тварь воспевает Тебя, явшегося. Ты бы Бог наш, на земле явился еси, из человеки пожил еси. Ты иорданские струи осветил еси. С небесе не спасла вы святаго твоего духа, и главы там огнездящихся сокрушила еси змея. Патриарха московского и сия Руси, и господина высокопреосвященнейшего Геошия, тебе славу и благодарение, и поклонение высылаемся безначальным твоим отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим твоим духом. Ныне и присно, и во веки веков. Нечестивися поклонение родители, Богло свидетельство ваше тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубенья, известно ваше славесе утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава тебе, во Иордане крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение, ради Богло свидетельство ваше тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубенья, известно ваше славесе утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава тебе. Крещающийся тебе, Господи, Троическое явися поклонение. Ради тебе, Бог, Господи, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубини, и известно ваше словесе утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава тебе. Ой,
Пилатик, и страдавшая, и поверь.
Сам по себе живет. Так вот, если бы Бог не поддерживал
Духом Своим Святым, ежесекундно. Существование этого мира, мира бы этого не было, если не только когда он создал. И вот такой всемогущий, бесконечный Бог является и исполняет, как простой человек, всякую правду. А мы-то с вами, грешные люди, бесконечно погибающие, мы всякую ли правду Господню готовы исполнять? Всякую ли мы правду в своей жизни хотим исполнять? Не согрешаем ли мы? Не удаляемся ли мы от Бога? Живем ли мы по-христиански? И к своему стыду и к ужасу мы можем сказать: нет, Господи, мы не исполняем всякую правду, которую нам надлежит исполнять. Всякое прегрешение воли же невольно на слове, где лежит день и веки. Господу мне не суждено причаститься к чистых комментариям, восставление грехов на их жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайна, внеси мне Божий причастник и наше имя. Не был врагом Твоим тайну, по Ему вот занятий дан я по Иуда. Нека разбойник исповедует Тебя, помяни его, Господи, во Царстве Твоем. Да не суть ли осуждение, будь мне причащение при чистых комментариях. Господи, Таку благолепно Господь жаждущие на воду едите, и лица немыте сребра, светши купите, едите и пите без сребра, и цены вину, и туховскую, и цените серебро, не в хлебы и труда ваша, не в сытость, послушайте меня, и съесте благая, и насладиться во благих душа ваша, внимайте ушам и вашим, и последуйте пути моим, услышите меня, и жива будет во благих душа ваша, не завещаю вам, и завет вечно преподобное Давидово верное. Все свидетельства в языцах, даха его князя и повелителя в языцах, все языцы,
иже не ведях у тебя призовут и тебя люди, иже не познаша тебя к тебе прибегнут, ради Господа твоего и святаго Израилева, яко прославих тебя, взыщите Бога и внегда, ведь нечестивые пути своя и муж беззаконные советы своя, и обратитесь ко Господу Богу вашему, и помилуй не будете, яко помногу оставят грехи ваши. Не суть Бо, совети мои, як уже совети ваши, ниже, як уже пути ваши, пути мои, глаголит Господь, но як уже, отстоит небо от земли, так учите воду с весельем, это источник спасения, и речеши в день он, исповедайтесь о Господе, и призовите имя Его, возвестите во языцах славу Его, помяните, яко вознесесь имя Его, пойте имя Господне, яко... Кого боюсь он? Господь, посвящение мое, спаситель мой, кого боюсь? Господь, защитель живота моего, от кого страшусь? Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь? Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь? Премудрость. К Коринфянам послание святого апостола Павла чтение Духови твоему. Премудрость просте, услышим святого Евангелия. Мир всем! От Марка святого Евангелия чтение. Вон мем. Главы ваши все немного преклоните. Во время онно, пред Иисус от Назарета Галилейского и крестись от Иоанна в Иордане, и обе восходя от воды, видя разводящиеся небеса, и дух, яко голубь, сходящий нань, и глаз бы с небесе, ты, еси сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Господи, и Святого Духа. Миром Господу помолимся. О мире всего мира, благостояние святых Божьих, церкви и соединение всех Господу помолимся. Господи, о святим храме сей, и с верою благоговением, и страхом Божиим, входящих вон, Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашим, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем Митрополите Германе, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Лисее, и о всей во Христе, братья наши, Господу помолимся. О Богу помолимся. О черплющих, емлющих ю во освящение домов, Господу помолимся. Аже быть и сей в очищении души телес, всем верою черплющим и причащающимся от нея, Господу помолимся. Поеже сподобие, услышите Господу Богу глас поленья нас грешных и помиловать нас. Господи помилуй. Избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Як уподобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Велись и Господи, и чудно дела Твои не нашло, довольно будет пению чудес Твоих. Велись и Господи, и чудно дела Твои не нашло, довольно будет пению чудес Твоих. Велись и Господи, и чудно дела Твои не нашло, довольно будет пению чудес Твоих. Ты бы хотением от несущих же быть и приведи всяческую твою державу, содержишь и тварь твоим промыслом строишь и мир, та четырех стихи тварь сочинивы, четырьми временным грухом на нашу дорогу освободил идти, если нас идти на свою дорогу распространить, та тварь во что-то ясно, чтобы Бог наш на земле явился идти, и с человеки пожил идти, и адамские струи осуществить, чтобы сын не спасался от этого духа, и главы там и гнездя, что ключом без нее.
сам убо человека, любче царю приди, и ныне наитим святаго твоего духа, освети воду сию. Сам убо человека, любче царю приди, и ныне наитим святаго духа, освети воду сию. Сам убо человека, любче царю приди, и ныне наитим святаго духа, освети воду сию. И дашь ей благодать, избавление, благословение от дара, и духов исцеления земного губительного. Сопротивным силам и преступным ангел все крепости исполнены. На всей почерпающей и причащающей имеет юг очищение души телес, исцеление страстей к освящению домов, и ко всякой пользе и святу. И выси Бог наш, и животное духовно обновилой, обещавшее грехом естество наше. Выси Бог наш, водой потопивый приняла грех. Выси Бог наш, и же морем соботивый от нас. Дальше всем ты касаешься, где ты ощущаешь, умажешь все дни, освящение, праве, очищение, благословение. Спаси, Господи, помилуй великого Господина Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского Сиамонинского, и сохрани Патрон твоим в мире, покори всякого врага и супостата. Даруемся, я же ко спасению прошений жизнь вечную, да стихийных человек и ангелов, видимым и невидимым, славится Твое Пресвятое имя, с Отцем Святым Духом и Некрестно, и во веки веков. Троическое весь поклонение, родили тебе благословение, возлюбленного тебя сына и милую, и Твоих сподобил еси, благодарю от меня недостойного причастилища причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человека любчи нас ради умерших живут весы и даровал нам страшное сияющее отречие таинство, Владык, во благодеяние священия душ телес наших. Дашь потесимым мне во исцеление души же и тела, погнание всякого сопротивного к просвещению очей сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих, приложение божества Твоей благодати и Твоего царствия присвоение.